Школьник из Тараза Аблайхан Куантай, вооружившись веником, подметал тротуары возле центрального парка. Видео активиста попало в социальные сети. Пользователей восхитил поступок подростка, а сам семиклассник даже не подозревал, что таким образом привлечет к себе внимание. Аблайхан говорит, что в своем поступке не видит ничего удивительного. Подметать он выходил практически каждый день во время осенних каникул. По словам подростка, ему было скучно сидеть дома без дела. Педагоги рассказали, что школьник очень старательный. Он растет в многодетной семье и посещает секцию футбола.